при людях. Свободней, да? Больше звука в целом. И не забывай, да, плавность, мягкость туши, а палец. А, про вибрато тоже не забывай. Я помню. Да. Равнее динамически. Пропадает. То есть вторая струна, третья, четвертая должна тактильно ощущать P и M. Да, чтобы не было такого. Хорошо. Или наоборот, где-то вторая струна, да? Угу, аккуратней. Больше дыхания перед каждой фразой, ну, по крайней мере, постараться сделать, да? Ну, вот здесь не спешить. 7, 8, раз, да, особенно последние две 16-е си. Раз. Не торопясь, спокойнее. Не спеши. Вот 7-8 немножко все-таки торопишь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, седьмая, восьмая, шестнадцатая. Именно в связке потом с первой, да, через тактовую черту. Прям внимание, 7-8, раз. Контролировать, да, 7-8 раз, чтобы никакой поспешности, торопливости не было. Наоборот, чуть-чуть даже темп можно, да, придержать. Равнее вертикаль аккорда, да? Третья, вторая, четвертая, первая. Все-таки аккуратнее с четвертой струной, а вот третью немножко поднять. Не всегда, но, в общем, часто. Да, прям и мягче запястье. Да?
ощущает активно третью струну. М совсем поверхностно, да, то есть то один, то второй, какие-то там, значит, надо вот эту вертикаль держать все время под контролем. Здесь чем сложна эта прелюдия? Здесь нужно контролировать буквально каждую ноту. Динамическая ровность, прежде всего, должна управлять. Может быть, есть смысл поиграть в более медленном темпе, прямо вслушиваясь в каждый тон, в каждую ноту. То есть частота тона, само качество важно, и плюс еще динамика. Да, и разрешение, значит, тише. Чтобы ни в коем случае не было, да, вот этой вот неровности динамической. Не торопись, не торопись, не торопись. Да, немножко, да, в темп. Состояние. Семь-восемь раз под контролем держи. Не должны эти трудности влиять на свободу и мягкость касания на правую руку, да? Например, так... Ну, это уже дальше, да? Ну, то есть, обращаем внимание, что левая рука, да, прижимаешь, но правую руку все равно так же мягко играешь. Ага, стоп. Не торопись. Не торопись. Стоп, стоп, стоп. Семь, восемь, раз. Вот здесь не спеши. А вот прям наоборот, темп сдерживай на себя, да, чуть-чуть мэна даже. Да, все вот эти вот сложности, да, не должны влиять на темп, наоборот. Здесь можно его еще придержать. Ровнее, ровнее, ровнее. Третья струна.
третий палец, да. Здесь хорошо. Ну, переход, да, вот здесь. Нужно, знаешь, больше подушечки здесь лучше не ставить, да, я помню, говорил, как только мы ставим палец под строго перпендикулярно грифу, да, у нас больше свистов, да, больше подушечки, когда более плоско ставлю палец, то они в два, а то и в три раза, да, то есть менее слышны, поэтому аккуратнее, да, вот здесь при переходах. Наблюдаю, да, за работой А пальца. Иногда он бывает вне контакта, то есть ударом играешь. Вроде посмотрю, касание правильное, да, и точка контакта правильная, одним ногтем играешь, но бывает все-таки то ли иногда подушечку цепляешь, или когда тиранда играешь, да, через тактовую черту, да, вот 7-8 раз, да, то есть не ударная игра, а все-таки больше чувствую струну. Даже тиранда. Мягче. И палец, да, сам по себе, вот он вот в последней фаланге лучше его не прогибать. Он должен быть более жесткий, да, в этой фаланге. Да. А здесь вот запястье все и в целом, да. Да, должно быть мягкое, плавное. Но не прогибай вот здесь. Да, он как бы должен мягко соскальзывать со струны. Вот тиранда, я имею в виду вот эти, да, вот, ну, без разницы, откуда начать, все равно. Вот после М, да? Вот А. И апоянда, вот с тиранда на апоянда, вот эта тиранда должно быть тоже в контакте, в хорошем, и мягкое соскальзывание ног, ну, то есть плавное соскальзывание ног все. Да? Когда начинаю с воздуха играть совсем, да? То есть мало того, что некий призвук появляется, да, ну, удар ногти по струне, да? И плюс еще качество звука, качество тона немножко, да? Такое поверхностное. Thank you.
не пропадала. Ну, а прямо отсюда даем. Да. Ну, за вторым разом, да. Угу. Аккорды, да, вот именно что вот это вот переплетение. То есть мелодия идет, а бас потом только меняем.
то есть, ну, нижний голос. Ага. Допустим. Да. Да. Не бросай, да, четвертая, третья. Первый палец готовишь, да, фа диез. Да, и соль тоже, да, то есть у нас мелодия немножко наслаивается на предыдущую гармонию, а потом уже гармония меняется. Спокойно. Так, сейчас.
здесь и предлагаю до диез оставить восьмушкой и соль. Да, то есть поаккуратнее вторые нотки, да, а здесь до диез. Секунду, в этом аккорде фа диез, все звучит си четвертый, да? Значит, смотри, плотнее и. Сначала послушай фа диез, потом потихонечку прибавляешь, да, четвертую, вторую. Да, чтобы не вторая струна звучала, а все-таки да, и.
сохрана очень-очень аккуратно. Это основной тон, да, поэтому лучше, да. Сначала И, потом П, а потом только М, если так распределять, да, усилия. Угу. Секунду еще разок. Так, значит, пунктирный ритм, да, восьмая строчка, шестнадцатая. Все время пульсация шестнадцатыми в голове. Да, тогда будет все очень четко. Если нет этой пульсации, то будет плюс-минус ритм гулять. Да? Тактильно, 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 да, ощущай каждую шестнадцатую, да, заранее немножко. Не с воздуха, да, иначе есть шанс зацепить соседнюю струну, не надо. Кстати, можно, я думаю, есть смысл третью струну играть только пальцем И. Получится, ну, не чередование И, М, а И. И. Тогда более народный тембр. У тебя все время И третью струна, да? Что-то я не понял, там, значит, наслоение какое-то, секунда звучит. Еще разок медленно. Так, 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 еще разок, да? Второй половины второго такта пульсация та. Еще раз так. И смелее, смелее, не скромничай. И обязательно додерживай длинные ноты. Это восьмушки с точками. И острее пунктир. Смелее на аккорд. Вот, смотри, через тактовую черту фа си сглаживаешь немножко пунктирный ритм. Аккорд в левой руке готовь заранее немножечко. Да, вот фа диез, второй палец. Да, чуть-чуть готовь его заранее. Да, не в последний момент, да, чтобы. Здесь то же самое, да? Да, и... А, ну да, мы с тобой все правильно. Да, на шестнадцатых мы оставили только верхнюю ноту. Мы убрали середину и низ, да? Ре соль. Да, вот она, одна нотка, да? Не аккорд целиком. И поэтому пока у нас это шестнадцатая звучит. Все-таки она короткая, но тем не менее имеет длину некое звучание. Пока она звучит, да, готовим ля до диез ми. Чтобы у нас все пунктиры были пам, па-пам, та-пам, да, а восьмые с точкой длинные. Вот здесь сейчас была, ну можно сказать, что ошибка, не текстовая, а шестнадцатые не должны быть очень тяжелыми, да, громкими. Вот это, да, очень громко сыграло, поэтому легче. Но не так, что прям совсем тихо. Просто не громче, чем сильная доля. Ну, условно сильная, да. Это не значит, что нужно сильную, да, или акцентировать. Нет, не нужно. Да, просто сыграло легче, а палец си тиранда легче.
немножко плотнее, без акцента. Пунктир, пунктир, не нужно его сглаживать. Не надо растягивать, не песня. И держишь. Соль си, половинка, да? Поэтому аккуратнее ми-диез. Ми-диез и диминоид, да. Да? Нет, второй струны мало, М плотнее. М. Еще. Да, прямо аккорд разложи, давай сейчас его прижато. М палец грубовато играет. Может быть, если... Ну-ка, ну-ка, еще раз. Угу. А паяно сыграй соль. Попробуй сейчас разложить, но так сделать, чтобы да, М был, да, благороднее звучал. Так ровнее. Да. Так, здесь тоже в этом аккорде Си, Ре, Фа. Аккорды длинные должны быть, дослушивай. Лучше передержать даже, чем не додержать. Та-та-та-ти-та-та-та-та-та-та-ти-там. Ни в коем случае не короче. Еще раз, пропадает какой-то. Нет, не устойчивость, нет устойчивости в пунктире. Фабика, фа диез, да, потом вибрато добавлять можно. Не на каждом, конечно, аккорде, да, например, да? Фа диез, вот на через тактовую черту можно на этом аккорде, где у нас бас половинка, добавить вибрато. В голове 16-й.
на паянда мягче. Во-первых, здесь тиран до начала, да, фа, диез, ля, ре. Только потом на вторую струну, когда выходишь, тогда паянда. Слишком большой перепад, тиранда, паянда. Вот на этом аккорде си со второй струной аккуратней, аккуратней. Нам нужно ре в этом аккорде, да? Вот он, смотри, фа, ми, ре. Да, поэтому вторая, да, эм аккуратней, да, опять же, п, и. Как бы ты играешь п, и, а эм еле-еле добавляй. Да, еще можешь вытащить, да, вибрато добавить, третью струну нам нужно наверх. Да, вот послушай, послушай, да, баланс. Да, третья, третья, и плотнее. Там МА. МА? Это что, я писал? Ну, это я писала. Ну, не я. Так, секунду, подожди. Ну, не сама же это писала. А, тут еще больше контроля нужен, потому что П, М, да. Да, здесь еще сложнее, да. Вот здесь, значит, по балансу, да, послушаем. М, значит, да? П, М. А, аккуратней. Угу. Многовато, ага. Вот так, хорошо. Не очень агрессивно, только. Да? Ре, ре, фа, соль. Секунду. Мизинец, мизинец заранее. Немножко, немножко заранее. Один. Да? Не в последний момент. Не ударно, да, играю. Соединяй. Совсем с высокой составляющей. Одно дело я играю только сгибателем, да, а другое, если я его немножко делаю прямее, играю с участием запястья. Да? Надо послушать, да, послушать этот тон, чтобы у нас А палец также соскальзывал со струны. Не резко играл, да? То есть я, да, минимум сгибателей задействую, а даже вот немножко вот с округлением сустава, да, вот этого пястного чуть-чуть, да, может быть, попробуй, поищи вот этот звук, надо его так сильно, да, еще первая струна, не-не-не, да, а палец важен, да, знаешь, да, вот в таких вот аккордах, которые состоят из трех и более, да, звуков. Можно играть арпеджиато, раскладывать и каждую струну ощущать. И тактильно, и в динамике этот аккорд, значит, проигрывать, да, про себя. Ну, я не понимаю, почему, но можно и арпеджиато. А пока вне ритма. Да, почувствуй, чтобы у нас А палец доминировал над всеми, да, тонами, чтобы он наоборот, да, выстроил эту вертикаль, ровность динамическую. Еще раз. А, немножко, да? Не такой яркий, да? Он нужен поярче, но с благородным, да, составом. Ага, ага, не паянда только. Я, меня не обманешь, я слышу. Где паянда, где тиранда. Ага. Устала, да? То есть, смотри,
мягче играю P и M. То есть минимум сгибателей и М, а с запястьем чуть-чуть, да, мягкость. Пока тренируйся на арпеджиато П и М, аккуратней А. Угу. Получше. Слишком много сгибателя. Угу. Вот сейчас хорошо было. Да? Сейчас момент, когда бас, четвертая струна открытая, аккуратней. У нас до залеговано, четверть залеговано с восьмушкой, с точкой. Да, вот на линии. Конечно, сложно, да, продлить эту до как можно дальше, чтобы она звучала вплоть до этого си, да, но тем не менее нужно это стараться сделать, да, хотя бы потише бас, да, и потом си-ля, тоже ровность аккорда. Каждый аккорд, слушай ровность мелодическую. Стоп. Ну, еще раз сверху аккорда. Главное, аккорд. Тише. Форте. Да. И форте. Вплоть до последнего аккорда. Форте. До-до-до-до-до. Вытаскивай оттуда. Вытаскивай оттуда, да. Так, еще раз. Сначала ставишь на ре, потом играешь тихонько, да? Да, потом, пока играешь ре, смотришь на соль диез си, да? Вот, переход, да, аккорда в соль диез си, ля, соль, тоже аккорд до диез, фа, и слушаешь верхнюю, первую струну. Последний аккорд где? Середина пропадает аккорда. Так, чтобы ля, до здесь ля. И нем. Еще раз, арпеджиато сложно. А, слабоваться, чувствуешь, да? А, нет, а нам нужно. И чтобы над этой, да, вертикаль ровненькой, да, аккорды. Фа, до, ля, диез, и. Фа было над всем. Да, и чтобы ни середина, ни бас не были провалены, тем не менее. Да. А вот дальше, да, аккуратнее, прозрачнее. Нам нужно здесь, да. Да. Еще разок, давай-ка отсюда. Вторые аккорды немножко полегче, которые вот после 16, да? Да, небольшой диминуэнт. Так, вот здесь на 16-ю, да, меняешь аккуратнее, да? Вот во время звучания этой 16-й меняешь, готовишь следующий аккорд, левая рука. Первые аккорды все-таки плотнее, и здесь, да, тоже. Да? Смотри, если сейчас уберем 16, то у нас получится я. Слушай вот эти вот серединку. Да? Середину нужно. Вот эти разрешения, да? Секвенция, да, середина. Четвертая, вторая струна. Да.
Вот их контролирую, и М. Аккуратнее, не бей 16-ю А пальцем. Приходишь в ре диез. Что там? Ре до си. Ровнее. Здесь тоже легче. Играешь тирандо. А потом ре диез, да, где у нас аккорд приходит. Ре диез приходит у нас в аккорд. А вот здесь. Да, плотнее с запястьем ре диез нам нужен достать. Здесь еще сложность в том, да? В том, вот этот вот до 16-ю сыграть, но не бросая, да, аккорда. И спокойнее, да, спокойнее переходи, 7-й лад. Чуть-чуть, подержи подольше, чтобы до диез хотя бы, да, у нас появился на фоне, да, этой гармонии. Ага, а куда? Да. Угу. Да, и больше ре диезу. Ну, вот, кстати, уже после этого 32-х, да, 4-х, да, тут уже, может быть, не стоит играть, да, уходить на диминуэнды на вторых аккордах. После 16-й. Слишком не уходи, да, на диминуэнды. Получается тогда характер. А здесь надо наоборот держать динамику еще и в развитии. Да. Только вот этот аккорд аккуратненько. У нас залегованная ля, поэтому на фоне звучащего ля аккорд аккуратнее до диез, ми диез, си. Очень-очень попробуй это ля, даже вибрато можно, да, его как-то нужно его вытащить. Послушай. Да. А вот не надо слабо играть. Вот здесь ля, да. Угу, ля пропадает. Ну, задача ясна, да. Да, то есть на фоне звучащего ля аккуратно сыграть, да, а потом соль, фа. Вот здесь разрешение диминуэнда небольшое. Только опять же по вертикали, да, одна октава звучит так, где у нас третья струна, ля, конечно, да, танцует он. Та-та-та-па-там, да, острее. Та-та-там-па-там. Не торопиться, нет. Слушай длину длинных аккордов. Длинных. Они очень важны. Они должны быть именно длинными. Так, ну здесь можно арпеджиато сыграть. Да? Ну, еще раз. И ровный, да, опять же, можно арпеджиато сыграть до фа, до диез, ля, середина, фа. Потом и опять пиано. Пусть будет фермата на этом аккорде, да? Поэтому не спеши арпеджиато. То есть ми у тебя бас в долю, да? Да, не очень быстро, не нужно у него так цепляться, да? А тоже мягче в целом. Так.
Не-не-не, еще раз. Паянда, паянда. И слушай, вибрато, да? Да, до, потом. А здесь у нас до. Соль, ми, до, си. Пусть это до даже подольше прозвучит. До. Пусть будет небольшая как бы фермата на нем. Ну, чуть-чуть просто мена, да? Не фермату большую вешать на этом до, но хочется его подольше подержать. До. Очень чистый, красивый, да, звук. Ну, еще раз. Слышу удар. Ударности не нужно здесь. Туше должно быть мягкое. Нет, а почему я слышу? Я не знаю. Тихо. А здесь не в воздухе дело. Здесь можно играть и со струны, и ударно. Так сыграть или... Понимаешь, тут к деке больше давления оказывает, да? То есть смотри, либо ты играешь апояндос на соседнюю струну, либо к деке чуть-чуть палец прямее и давление туда, да, оказывается. Да, и здесь легче. И эту сину нужно достать и амплотнить. Давай еще разок. Нет. Еще раз. Нет, нет, нет. Вот именно, что вот не такой должен быть угол, да? Да, более прямее и не мягче здесь, мягче. Запястье не должно стоять колом. Не видно ничего. Вот, да. Мягкости. Вот здесь округли в суставе. Вот эту ноту сыграй не пальцем, а вот здесь, вот кистью, да? Нет, не надо локоть. Рука пусть лежит свободно. Да, просто. Чуть-чуть. Я сейчас показываю просто утрированно, чтобы было понятно, за счет чего это происходит, да? Да? Вот. Да, вот так. Не пальцами играешь, да? В принципе, так тоже можно красиво вполне сыграть. Но так еще красивее. Ну, задача ясна? Да. Да, дальше. А где, где, где? Вот, вот, вот. Здесь у нас септоль. Раз, два, три, и потом четыре. И ми обязательно, чтобы было. Да? Подели септоль на две части. Раз, та, там, потом. Да? И ми в аккорде. Так. Сейчас. Ну, равнее динамика. Левой рукой играешь, правой легче. Не надо цепляться в струны. Да, ударность левая рука пальцем. Обращаем внимание, четвертый, третий, второй потом. Угу. Теряя в аккорде, держать до последнего каждую ноту. Без глиссанда. Держишь аккорд долгий. Держим и в последний момент. Вот эта пульсация с первой до последней ноты в этой части должна быть в голове. То есть ты ее должна держать, даже когда ты отклонение делаешь от темпов, да? То есть небольшие замедления, все равно ты это делаешь в голове, держа вот эту пульсацию шестнадцатыми. Еще разок. Ти-та-та, ти-та-та-та-та. Ре. Так, а в
чем глубокий смысл? Ре, открытая струна, и в этой же позиции левая рука остается. У нас же открытая. Секунду. Секунду. Так, си, ре, левая рука готовится. Седьмой лад, ми. Конечно. В аккорде ми, фа, соль. То есть до это фа. Пятое, понятно, но до. То есть ты играешь как бы не из аккорда этого, а играй от 16 в аккорд. Ла, там, потом, та-та. Да, тогда аккорды будут как нужно, да, звучать по длине. Стоп, не вовремя. Ла-та-та-ти. Пульсация, да, помнишь? Замедление. Ла-та-та-ти, та-та-та-та-ти. Только здесь, да? А это флажолет тише. Не наоборот. Да, а си. Аккуратней. Аллегро. Значит, не забываем. Аллегро 6 восьмых. Что значит мы должны здесь о чем помнить? Если у нас 6 восьмых, о чем мы помним? Многие играют. Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Немножко без акцента, но тем не менее мы об этом помним. Не так, да? С ми. Да? Раз, два, три, четыре. Тревожности. Поэтому, как только мы начинаем играть ми, диез, фа с небольшим акцентом, или даже фа и пальцем, да, все это пропадает, трехдольность. Давай по сдержанию немножко сейчас пока разбираем. По сдержанию, да, но поплотнее в целом. Звук. Скромно, скромно, не скромничай. Поплотнее в целом. Динамика. Осторожнее, да? А паянда верхней ноты, а оно мягкое, да? Не агрессивно. Да? Фа, ми, ре, до. А си, куси, си куда пропало? Вторые ноты коротковаты. Фа диез, ля диез.
да, потом А, М, И. И диминуэнды, диминуэнды, да, чтобы у нас последний до диез не был громче си, да. На П палец, да, имеем опору небольшую, да, запястье не блокируем. Диминуэнды, да, возвращаемся в прежнюю динамику. Так, ну, мини-фасоль. Нет, нет, аккуратнее ми-диез-фа. Ты поняла, да? Да, я поняла. Не ускорять, не ускорять. Ну, плотность, плотность. Возле си, ля, си. Не терять, да, динамику? Си, ля, си. Динамическая ровность важна. Да, вот здесь мягче, мягче. Характер, характер, да? Касание туши. Меняешь, да, характер. Вот здесь на, выход на фа диез наверх, да, мягче и динамика. Диминуэнды, вот. Отсюда си, уже меняется характер. Лига появляется, провоцирует куски. Да, нельзя не поддаваться. Слушать фа, диез, ля, соль, фа, ми, ре, до, си, да? Длина, ля. Акценты, но мягче, мягче, мягче. Во-первых, ля, соль, фа. Да, не забывать про низ, П, да? И здесь... агрессивно, да? Синкопы сделаем, покажем, интересно, да? Ну, мягче, мягче. Угу. Нижний, нижний, да, немножко так слишком уж деликатно звучат. Без акцентов. И здесь тоже, да, ритм. Не ускорять темп. Особенно где лига, да? Фа, диез, соль. Динамика. Ну так, 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 но тоже, да, понятно, но оно мягкое. Опять же, не агрессивно, без удара. Да. Угу. Ля, соль. А можно более рельефно еще раз, да, подчеркнуть чуть-чуть, да, с небольшими акцентами верхней ноты.
давайте сделаем глиссандо, соединив, да, вот эти два аккорда. Подчеркивать басом именно. Не надо.
сильно... Нам нужен нисходящий ход, да? Фа. И фа, си. Опять уходим на пиано. Продолжаем дефицитом опять. Так, и пой палец, да, тоже мякоть и по минимуму. Смотрю, что бывает то ноготь, я это правда и слышу, артикуляция. Начинаем либо на А, либо на М. Вот здесь на М, П палец на пятую струну. В медленном темпе это более чем реально. С одинаковой артикуляцией, да, то придется немножко укорачивать нам эту ноту. Или знаешь что, давай сделаем так, чтобы не вошло это в привычку, укорачивание ноты на полтакта, давай-ка мы лучше сделаем... последнюю ноту, прямо хорошо. На последнюю. На И, на И. Вот так лучше пусть будет. Потому что
динамика, ровность динамическая. Да, дай-ка и заранее немножко возьмем. Вот отсюда, может быть. Снимаешь и переходишь сюда на баре, чтобы у тебя первый палец, да, больше оказывал давление на третью, вторую струну, нежели на басы. Да? Поэтому так или так ты переходишь. Да? Старайся, да, коротко снять. Да. Да, здесь тоже ровно арпеджио. Да. Четко снять. Тоже. Большим пальцем, да? Большой палец. Да? Готовишь левую руку в паузе. Вот. Нисходящий легато и восходящий, да, заставляем работать только пальцы исключительно и слушаем длину, конечно же, каждой ноты, что восходящим легато, что нисходящее, да?
часть немножечко подвижнее, да? Чуть-чуть. Чтобы, знаешь, можно играть с метрономом более мелко, да, ставить длительностями, восьмушками, например. Но главное не играть каждую ноту, акцентируя первую, да. А можно четвертями поставить. Ну. Обращу внимание, да, здесь у нас 6 восьмых, 3 восьмых, 1, так, 6 восьмых, имейте в виду, да? Ага. Раз, два. Неплохо, кстати, эту часть вообще, в принципе, да, всю эту часть, не только этот раздел, всю эту часть поиграть со счетом. Хорошо. Со счетом, да. Вот здесь, знаешь, вот здесь можно, да? Обрати внимание, играет тиранда, вот это опять же нисходящий, да? П палец на четвертой струне. Да? И здесь тоже играю И, да? А П на пятую струну. Да, значит П, да, ставим четвертая струна, а потом на пятую. Да, вот здесь. Начинаем пассаж играть, П на четвертой струне. Либо можно на верхней ноте П поставить на пятую струну, можно немножко по, ну, запоздание. Можно на Ре, но главное заранее, не в последний момент, да? Так, неударно, неударно. Да, вот эти вот переходы. В любом случае тоже не резкие. Еще разок. Да. Удар, второй палец по диез. И здесь плавнее переходы. Угу. Можно пульт немножко в сторону, да, руки не видно. Угу. Только не проваливайся по динамике на вверх. Сюда, да? Как будто бы апаянда, да? То же самое. Да, то же самое. Очень красивые верхние ноты нужны. И не форшлагом, чтобы бас с верхней ноты звучал, а вместе и мягко, мягко. Послушаем, да, верхнюю ноту здесь. Сейчас, секунду. Сейчас, подожди, момент. Подстрою. Ага. Вот здесь апаянда, то есть тиранда, но близко, как будто бы апаянда, да? Меньше, да, рычаг. Меньше сгибать. То есть смотри, обрати внимание, здесь рука ближе к локтю, у меня здесь больше рычаг. Да, получается... такой звук, да, то есть уже пальцы больше подогнуты. Сюда убираю. Вот, вот этот момент надо, нужно контролировать, чтобы, может быть, да, вот здесь точку касания все время регулируем, да. Не в одном месте рука, да, касается обечайки, а все время, да, либо ближе к запястью, либо как вот в этот момент. Стоп, 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 стоп. Диминуэндо, зачем? Да, зачем? Я поняла, сейчас, секунду.
Ну, здесь можно смелее, да, когда мы уже за последний раз. Да. Немножко только покажи, да, вот здесь затактовость пассажа сюда, да. Да, и А, апоян, да. Не агрессивно, не агрессивно. Громко звучаще, да, но не ударно. Так, секунду. Вот левая рука, обратил внимание, да, вот здесь. Значит, в гаммообразных движениях пальцы не стоит подгибать. Иначе у нас получается вот здесь вот, вот этот вот, да, сустав практически касается грифа. А здесь мы получаем тогда напряжение. Лучше играть, когда у нас гаммообразные всякие элементы, более прямыми пальцами. Просто, то есть естественная, да, рука, не подгибая, а... Да. Вот так у меня уже вот здесь, вот, честно говоря, напряжение, вот эти вот постоянные перегибы, они нехорошо. Опять же, да, вот эти вот можешь элементы потренировать, удары, не касаясь большим пальцем. Да, вот как будто прям молоточки рояля, как будто ты играешь на клавишах, да, не струны, а клавиши. Ага. Опять же, да, очень часто бывает, что вот подгибаешь, да, где их, в принципе, можно более свободно держать. И не забывай, переходишь от шестой к струны первой, да, а локоть чуть-чуть на себя, не оставляя в этом же положении. А тогда вот пальцы подгибаются, когда мы локоть оставляем внизу. А когда у нас локоть, во-первых, чуть-чуть в сторону, да, если мы играем во второй и там четвертой, вторая позиция, первая. И здесь, особенно на первую струну, когда уходим, да, локоть тоже чуть-чуть на себя. Да? И П палец, да, у нас все время занимает разные позиции. Вверху, внизу, да. Сейчас, немножко осталось, устала. Да, сейчас я весом. Смелее. Да? Да, ну. Вот здесь апояда, во-первых, можешь сыграть фа диез. Да? Не пропадай, М, И, фа, диез, ми. Да, смотри, М, И, П, да, вот здесь фа, ми, ре. Только ре без акцента, а то прям так, да? Не забывай, что у нас М, И и П немножко разные силы имеют, поэтому здесь слухом, да, на слух. Вот, хорошо. Так, здесь да, пятая струна и четвертая. Да, не пропадала струна, ладно. А, сейчас хвостики, да? Их играть. Во-первых, да, слушай, низ, да, нисходящее движение. Си, ля, ре, соль.
обращаю внимание. Имею в виду, что... А теперь за этим еще, да, вторую струну не теряй. Переход. Фа, ля, диез. И вот это, да, соедини прям. Фа, ля, си. Да? Так. Сейчас. Второй палец, да, фа, диез. Да?